Полиция закончила проверку по избиению Никиты Журавеля. В итоге МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела. Все дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности по закону, за подобные преступления ответственны лица, достигшие 16 лет. Проверку случая с избиением в СИЗО Грозного начали еще 18 августа, тогда в полиции Грозного зарегистрировали сообщение о причинении телесных повреждений содержащегося под стражей в СИЗО Никиты Журавеля. 21 августа, после того, как об избиении написали в СМИ, в Следственный комитет пожаловался Иван Матвеев. В своем заявлении он ничего не написал про Адама Кадырова. Матвеев просил возбудить дело на сотрудников СИЗО, которые впустили в закрытые помещения посторонних и допустили избиение Журавеля. В СК Матвееву ответили, что передали проверку в МВД. Заявитель не согласился с таким решением и обжаловал передачу проверки, обратившись в прокуратуру. По словам Матвеева, он намерен пойти дальше и написать заявление в ФСБ. По мнению мужчины, в деле Журавеля налицо коррупционная составляющая, поскольку силовые органы бездействуют по факту преступления.